Меньше месяца осталось до начала одного из масштабных культурных событий. 18 мая в России пройдет Ночь музеев. Тюменские специалисты сейчас продолжают продумывать программу, которая, как обычно, будет насыщенной. Некоторые экспонаты специально реставрируют. Среди них есть и уникальные, которые публика увидит впервые. Все подробности у Татьяны Воротиловой. Уже скоро наступит их звездный час. Некоторые экспонаты десятилетиями берегли в фондах. И вот теперь хранители впервые представят исторические сокровища. Это первая в мире энциклопедия, французская. Только после нее подобные книги стали издавать в разных странах. А вот рукописный молитвослов старообрядцев. Их община в 19 веке в Тюмени была одной из самых больших в стране. Древнюю историю в те времена гимназисты изучали по таким медалям. Это было как наглядное пособие. Все вещи из частной коллекции купца Чукмалдина. В его доме был даже щит, сделанный сирийскими мастерами. И, конечно, сабля, которая на полке знатного дома не пылилась. Купцы занимали очень важную и значительную роль в истории нашего города. И вот одним из атрибутов купцов, прежде всего, первой гильдии, была вот так называемая купеческая сабля. Естественно, эта вещь не боевая, но по торжественным, по парадным дням купцы имели право вместе с парадным костюмом носить вот такую саблю. Тюмень купеческую в деталях решили представить хранители музея в этот раз. Впервые покажут публике одежду того времени. 60 уникальных предметов – шелка, кожа, драгоценности. То, без чего знатная дама не могла выйти в свет, а купец был не купец, например, без такого цилиндра. До нашего времени сохранились и подвенечные украшения супруги купца Жернакова. Музею подарила их родственница. Окунуться в быт 19 века можно в соседнем зале. Десятки самоваров, горшков и рассказов от экскурсоводов ждут в Ночь музеев гостей. Это печка завода товарищества Машаров и компания. Начало 20 века, печка городская, это не русская печка, это вот такая печка с плитой. Такие печи бытовали в тюменских усадьбах, в купеческих усадьбах. Всегда же была там еще и кухня, и летняя кухня. Распахнет двери в ночи и музыкальный салон. Сотни инструментов, если не зазвучат, то хранители обязательно поведают историю каждого экспоната. Даже до конца не разгаданную, как у этого шкафа, который, по легенде, был в доме семьи императора Николая II. Неожиданность была, когда реставрировали этот предмет, потому что на нижней стороне полки мы увидели надпись карандашом, причем видно, что надпись это была сделана до революции, с какими-то стихами, пока мы ее еще до конца не расшифровали, потому что не очень разборчиво. Что-то какая-то трагедия здесь. Реставраторы еще продолжают работу, хранители продумывают свое место для каждого раритета и обещают, что эта ночь музея в Тюмени будет богата на открытие и купеческий шик. Татьяна Воротилова, Сергей Мякишев, «Тюменское время».